Всем привет! Сегодня, как и просили на стриме, выйдет новый формат видео. Я отвечаю на школьные вопросы. Это видео было создано совместно с моим коллегой Марк Прогеймер Атакс. Вроде, извиняюсь, если неправильно сказал. Марк Майнкрафт про геймс Атакс. Вот. Марк, если смотришь, неправильно сказал, извиняюсь. Ссылочку на него я обязательно оставлю в комментариях. Ну, что ж, предлагаю посмотреть, что из этого получилось. Марк задавал мне вопросы, а я пытался на них ответить. Ну что ж, предлагаю посмотреть такой интересненький новенький форматик. Приятного просмотра! Это правильный ответ. Сколько на Земле океанов? Без вариантов ответа. Без вариантов, так. Не хочу опозориться, но, по-моему, 5. И это правильный ответ. Поздравляю. Спасибо. Ну, а именно Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый и Южный Ледовитый. Следующий вопрос. Да. Сколько будет 3 плюс 3 умножить на 3 разделить на 6? Я тебе, если что, сейчас пришлю. Да, по Дискорду, если ты не запомнила. Я извиняюсь, конечно, а можно демонстрацию как-то? Ну вот, все, я тебе прислала по Дискорду, смотри пример. Сейчас, минутку, так. 3 плюс 3 умножить на 3, хорошо, первым делом делаем умножение. 3жды 3, 9. 9 делим на 6. А, нет. Так, ух ты, 9 делим на 6. А, потом сложение. Да нет, сначала деление. В общем, по-моему, это будет 2. По-моему, это неправильно. Ну да, это неправильно, я только что сам пересчитал, и это оказалось не 2. Я просто сначала пересчитал это как 2, просто я тупо 3 умножил на 3, 3 плюс 9, 12, разделить на 6, 2. Но я, блин, только что пересчитал, и ответ тут будет 4,5. 4,5. Да, хорошо. Я мог бы 9 разделить на 6 представить в виде неправильной... Робби, но это бы мне ничего не дало, скорее всего. Так. Следующий вопрос. Чему равен квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике? Хорошо. Я тебе сейчас пришлю варианты ответа все. Давайте. Так, ну, во-первых, что хочу сказать. Так, равен квадрат... Так. А, Катя, там Б, трапеции нет. Тут я уверен на 100%, это вариант Г, сумма квадратов катетов, потому что катет образует гипотенузу, насколько я помню. В общем, и это правильный ответ. Это правильный ответ. Это правильный ответ, да. Да, спасибо. У тебя пока что, ну, у тебя пока что сколько? 1 правильный ответ и 2 правильный ответ. Пока что у тебя 2 из 3 правильно. Погнали дальше тогда. Какая планета ближе всего к Земле? Варианты есть? Вот варианты. Марс. Почти. Это неправильный ответ. Венера. Ну да, Венера. Да. Я тебя полбала засчитаю. Я тебя полбала засчитаю. Спасибо. К чему относится картофель и помидор? А. К фруктам. Б. К ягодам. В. К овощам. Г. К цитрусам. Б. К ягодам. Помидор это ягода. Картофель тоже значит ягода. Да. Да. Ну, ты видео, да, мое смотрел, да? Ну и не только видео. Да, конечно, конечно, как. Я помню, ой, у меня тут ошибочка небольшая, ну ладно. Я не успел тебе отправить, ты уже правильный ответ, короче, сказал.
сказала. Да. Следующий вопрос, шестой. Какой процент пресной воды на Земле? Среди всей воды, сколько процентов именно пресной? Я тебе отправил вариант ответа. 5,5%. Правильно. Где? Это правильный ответ. Спасибо, спасибо. Седьмой вопрос. На каком месте по населению находится Китай? А. Первое. Б. Второе. В. Четвертое. Г. Седьмое. Так. Первое по населению. Не могу сказать. Так. По-моему, второе. И это второе правильный место. Ответ. Это правильный ответ. О! Почти год назад, ну как почти год, где-то 9-10 месяцев назад Индия обогнала Китай по населению. Он был на первом месте. Да, да, это я помню. Восьмой вопрос. Кто придумал формулу Е равно МЦ в квадрате? Так, следующий вопрос, это формула Эйнштейна. Ну да. Правильный ответ. Я даже тебе не успел сказать варианты ответа. Это простой вопрос для меня. Ну да. Ну да, но мне кажется, ты просто, если не больше всех баллов наберешь, то как минимум ты быстрее всех вообще отвечаешь. Просто. Ну, расшифровать формулу надо, нет? Нет. Ну ты и так расшифруешь, я в этом не сомневаюсь вообще. Энергия равна масса на скорости света в квадрате. Да. Какой спутник принадлежит Юпитеру из этих четырех? Я тебе сейчас пришлю название этих четырех. Это Калиста. Сразу. Калипсо. Калиста, по-моему, нет. Ну, я тебе прислал вариант ответа. Из них именно. Калиста это мультик, извиняюсь. Так, Тритон. Калиста это спутник Юпитера. Калиста это спутник Юпитера, только его тут нет. В этом списке. Да, Калиста это вообще мультик такой был, я его смотрела. Так, Тритон, по-моему. Точно? Да. Это неправильный ответ. Даже это неправильный ответ. Тритон принадлежит Юпитеру. А правильный вариант ответа Г и О. Ничего страшного. Десятый вопрос. Кто был отцом Александра Македонского? Первого. Сейчас тебе... Ой. Ой-ой-ой. Что я наделал? Я просто вместо того, чтобы скопировать, я просто С-букву написал. Так. Все, давай, я тебе прислал варианты ответа. Филипп второй. Так, что хочу сказать? Филипп второй. Вы это на истории проходили, да? Мы не проходили, еще я честно скажу. Но следующий параграф. Как сейчас помню, 39-ю мы сейчас Грецию учим, и следующий 40-й как раз таки Македония. Мы, кстати, на 40-м, 40-41 у нас параграф, как бы, вместе. Ну вот, а у нас 60. Ну так вот, Филипп II это правитель в Македонии, Евгена III не слышал, Петр III правитель Российской империи. Македон второй тоже не слышал. По-моему, Филипп второй. Тут вообще Б и Г таких не существует, Б и Г. По крайней мере, я не знаю таких. Да, я тоже не знаю. Петр III это российский правитель. Филипп второй, очевидно. Ну да. Мы, кстати, да. Сейчас этот параграф как раз по истории проходим. Повезло. А у нас это следующий. Кто был правителем... 11-й вопрос. Кто был правителем Персии во времена расцвета Македонии? Так, расцвет... Какой я из Персии помню? Дарий Первый. Я помню из Персии. Вот вариант ответа. Так, ну Дарий Первый умер. У него был сын. А только я не помню, как сына звали. Александр Третий пусть будет. И это неправильный ответ. Да. Тут сразу исключается Филипп II и Дарий I, потому что Дарий I умер еще до создания вообще, до слова Македония такого. Да, а Филипп II, он как бы был правителем Македонии. Он еще когда с Греции
воевал, он уже тогда кончину свою увидал, скажем так. И правильный вариант ответа это Дарий Третий. Дарий Третий, вот. Увы, ошибся. Так, дальше. 12-й вопрос. Довольно печальный вопрос, но ладно. В каком году умерла королева Елизавета II? То есть британская королева. Сейчас 2022. Ну да, правильно. Да, знаем такое. Мы это знаем. Ну он просто как бы... Вот я просто шерсть листаю, и мне просто 50% всех видео попадаются именно просто про смерть Елизаветы. Да, и в 1814 она никак не могла умереть, потому что она тогда вроде даже не родилась. Ну да. Ну да, она в начале 20 века родилась. Она не могла просто тогда умереть. В 22-м тоже. Это очень наслышанная такая смерть. Можно сказать, самая известная. Вот. Какая столица Австралии? Это 13-й вопрос уже. Берра. Я тебе даже варианты ответа не успеваю сказать. Это правильный ответ. Но тут уже, кстати, вопрос 14-й про русскую школу именно. Не про украинскую, а про русскую. Так, ну сразу поправочка, конечно, так нельзя делать. Но, по-моему, украинская, насколько я знаю. Я помню, в нашей группе мы когда украинский учили, нас так мотали. Ты в другой группе был? Да. Нас мотали. Так, следующий. Следующий, ладно, следующий вопрос. Да. Кто написал Онегина? А. Тарас Шевченко. В. Евгений Онегин. В. Александр Пушкин. Г. Леся Украинка. Видно, Александр Сергеевич Пушкин. Роман в стихах Евгений Онегин. Леся Украинка, она короткие, в принципе, стишки писала, она романы вроде бы большие, прям огромные не писала. Прям действительно огромные. Тарас Шевченко тоже такого не мог, но Евгений Онегин это русская, скажем так. 15-й вопрос. Какая из этих стран находится в Океании? Сейчас тебе пришлю варианты ответа. Вот это вот уже потруднее. Тут уже за парочка есть. Так. Исландия. И это неправильный ответ. Ой. Правильный ответ Г. Самоа. Впервые слышу. Буду откровенна. Гвиана – это страна в Южной Америке, Австрия – это страна в Европе, в принципе. Исландия – это остров. Исландия – это и страна, и остров, но она находится в Европе. Да. Что в Европе находится, я честно не знала, скажу честно. Правда. Понятно. Да. Да, следующий вопрос. 16-й. В чем измеряется... Понятно, все, язык нафиг пошел, короче. В чем измеряется сила притяжения? А. В молях. Б. В яблоках. В. В ньютонах. Г. В магнитах. Я бы вообще сказал кило ньютон. Ну, значит, ньютоны. Ну да. Да. Кило ньютона это что-то другое, не точно. А в магнитах измеряется... Ничего не измеряется. В ньютонах измеряется сила притяжения. В яблоках ничего не измеряется. В молях измеряется прочность шубы. Какая формула золота? 17-й вопрос. Я не могу так именно сказать, как бы продиктовать. Поэтому я просто тебе пришлю эти варианты ответа. Золото, как она в таблице Менделеева? Да, именно, ну, вот. Аку. Это я точно помню. Ну да, правильно. 18-й вопрос. Тут пошли,
Ну, тут просто 18, 19, 20, нет, 19, 18, 19 вопросы без вариантов ответа. Они, в принципе, похожи довольно. 18 вопрос. Какая планета самая большая? Что я тут намудрил? Какая самая большая планета в Солнечной системе? Юпитер, газовый гигант. Правильно. Какая самая маленькая планета в Солнечной системе? А, тут я уже планета не написал, класс. Правильно. 20-й вопрос. Какой цвет не используется во флагах мира? И тут просто целых 5 вариантов ответа. Пришли. Лаймовый, пурпурный, фиолетовый, черный. Так. Синий точно нет. В российском флаге, во флаге Эстонии. Черный тоже нет, во флаге Эстонии черный. Так, лаймовый. Ну это зелененький, это такой в какой-нибудь там это, Зимбабве, возможно, там какой-нибудь. Что там еще? Ямайка, вот там, возможно, лаймовый. Пурпурный или фиолетовый? Скажу, что пурпурный. Была не была. Да, правильный ответ. Фиолетовый, ну, он может как бы в гербе использоваться, фиолетовый, а вот пурпурный нет. Знаешь почему? Да. Пурпурный — это оттенок фиолетового. Ну, вообще нет. Расскажи. Потому что он производится только в Средиземном море, как я не ошибаюсь, и он как бы из этих, как их? Из ракушек. Да, из ракушек достается, которых очень мало, и их очень дорого как бы воспроизводить, этот краситель. Поэтому его не используют во флагах. Первые финикийцы, кто пурпур добыл. Финикия. Первые люди. Дальше, 21-й вопрос. Я просто тебе его в письменном виде вот так вот отправлю. Страна родина демократии. Это просто Греция. Демос народ, демократия, власть народа. Мы прям ногу в ногу идем, я так понимаю. У нас как раз недавно довольно была такая тема. А она у нас тоже достаточно недавно демократия. У нас это прошлый параграф был. А, не, у нас 9 параграфов назад. Сейчас у нас Олимпийские игры. Давай дальше. 22-й вопрос. Какая настоящая фамилия Сталина? Вот варианты ответа сейчас. Тебе пришлю, что у меня с контролом. Лукашвили. Правильно. Он грузин по национальности. Он не мог быть ОВА. То есть оканчивается на ОВ. У него по-любому такая фамилия. Да. 23-й вопрос. Какой человек самым первым вышел в космос? А. Гагарин. Да ё-моё, куда у меня? А. Гагарин. Б. Леонов. В. Каденюк. Г. Романов. Сергей Гагарин, но подожди, Леонов — это актер. Каденюк вроде, возможно, возможно. Мне вообще казалось, что Королёв. Ну пусть Гагарин будет. И это неправильный ответ, Нашаль. Да. Тут вопрос, не кто первым полетел в космос, а кто именно вышел в космос. А первый человек, вышедший в космос, это Леонов. Да. Да. Я его сразу отбросил. Ясно. 24-й вопрос, последний. Какая гора самая высокая гора мира?
Ой, стоп, не в мире, а на земле. Я ошибку сделал. Сейчас тебе вариант ответа просто пришлю. А, ну давай. А. Разжили это стали. Это я просто по приколу написал. Не, ну молодец, молодец. Ну, по идее. Это Олимп, где боги греческие жили. Но с другой стороны, это может быть Джамалунгма, ну, либо же Эверест. Правильно сказал? Ну да, Джамалунгма, либо Эверест, это одно и то же. Да. Килиманджаро, это в Африке сама высокая гора, это я точно помню. Пусть Эверест будет. И это, на жаль, неправильный ответ. Что это такое? Сейчас это Мауна Кеа будет какая-то. Мауна Кеа, это правильный ответ. Капец. Ну ладно, что там у меня за оценочка по знаниям? Сейчас будет...